Запуск ИБП включаем в одной рубильник. Ждем, пока запустится выпрямитель. Нажав на эту кнопку, можно отключить звук, чтобы он не пищал. Ждем, пока лампочка выпрямителя загорится зеленым цветом, не моргая. Все, далее можно подключать выход ИБП и батарейный автомат. Далее для запуска инвертора нажать кнопку запуска и немного подержать. Запустился инвертор, запускаются вентиляторы. Гул пошел. Так, это напряжение на выпрямителе 440 вольт. Напряжение на инверторе по трем фазам 220 вольт.